Красноярск утопает в стихийных свалках. В редакцию новостей 7 канала все чаще звонят телезрители и рассказывают об огромных мусорных кучах в черте города. Наша съемочная группа сегодня проехала по таким местам. Подробности далее. Улица Новосибирская. Раньше на этом месте стояли гаражи. Их снесли, а вот старый хлам хозяева, видимо, решили оставить. По словам местных жителей, такая ситуация длится на протяжении полутора месяцев. За это время свалку так никто и не убрал. И весь этот бардак, кстати, находится рядом с государственными учреждениями. Неподалеку участковый пункт полиции и детский сад. В рамках муниципального контракта по демонтажу несанкционированных свалок на территории района данная свалка будет ликвидирована на предстоящей неделе в рамках муниципального контракта. Улица Базайская. Рядом один из главных объектов универсиады 2019 – Бобровый лог. Здесь, в частном секторе, мы видим полигон отходов, чего только нет. Пластиковые бутылки, предметы старой мебели, куски от плитки, шифер. Говорят, эту помойку периодически убирают, но спустя пару недель люди снова приносят мусор. Некуда, некуда совершенно людям это девать. Они же не могут это у себя дома держать, вот этот хлам. Как-то организовали бы это, бачки там, пусть бы люди платили бы. Но этого нету. Вот тут бачки стояли, они их убрали. Это, а кто? Мусор. Я не знаю, администрация или это хозяйственная часть. Улица Саянская. Эту свалку мы заметили, когда ехали по 4-му мосту. Рядом многоэтажный дом и частный сектор. Но, как выяснилось, у этой груды мусора есть хозяин. Здесь все нужно или это мусор какой-то? Больше половины нужно, а что не нужно, вывезем в отвал и все. Сколько здесь вот этот мусор будет находиться? Ну, еще недели три. Здесь будет детская спортивная площадка. Здесь будет. Я делаю сейчас все, я очищаю, бульдозером уравняю и делаю спортивную площадку. Сам? Сам. За свои деньги? Да. 32 на 22. А вокруг дорожку, чтобы дети бегали. Там. Появится ли на этом месте спортивная площадка, мы обязательно расскажем. Впрочем, как и о том, уберут ли другие свалки. Ну а пока будем ждать, когда Красноярск станет чистым. Алина Сануева, Сергей Раков, 7 канал.